Всем привет! Показывает и рассказывает Злата ТВ. Подписываемся на нас, комментируем и ставим лайки. Меня зовут Зубенков Андрей. Поехали! Кейрош уволен с поста тренера сборной Колумбии. Колумбийская федерация футбола сообщила об отставке Карлуша Кейроша с поста главного тренера национальной сборной Колумбии. Вот такая новость, обсудим ее. 67-летний португалец возглавлял команду около 2 лет. Кейруш провел во главе сборной Колумбии 18 матчей. 9 побед у него на счету, 5 ничьих и 5 поражений. Мое мнение, к увольнению привело последний матч команды на выезде со сборной Эквадором, где Колумбия уступила со счетом 1-6. Тем более сборная находится всего лишь на 7-м месте в турнирной таблице к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Южной Америке. Если вовремя что-то не поменять, есть вероятность, что дело останется на мертвой точке. У меня на этом все. Пока.